О, Диман, привет! Здорово, Серега! Ну что, как Новый год отметим? Да ты знаешь, отлично, в кругу семьи так посидели, хорошо, тепло, вообще класс. А ты как? А я нормально, с пацанами культурно посидели в опорке. Это, а почему у тебя рука грязная? А, это я из Хинчестерс приехал, там, прикинь, из крана нефть хлещет. Это как? Сынок, иди мой руки, опоздай в школу. Ну что ты там копаешься столько? Давай быстрее. Ма, ты что кричишь на меня, потому что я черный? А представь, если об этом узнают американцы. Я вас не побеспокоился! Нет, сынок! Я изучал карту! Сэр! Разрешите доложить, сэр! Докладывай! Эти деньги пойдут на мир во всем мире! Ну или мне на гамбургер! Сэр! Я поймал хинчестьянина! Говори! Я вам ничего не скажу. Это же нефть! Пробурите в нем скважину! Сэр! Yes, sir! Но у нас нефть течет из крана. Из какого такого крана, сынок? Горячего. Отправьте туда авианосцы! Yes, sir! Но у нас нет моря. Отправьте туда авианосцы на колесико! Но у нас нет дорог. Фу тут, кружка медная! О чем задумались? Антон, где ты был? Чего ты опаздываешь? Да задержался из-за тракториста 80-го уровня. Скрывался от 11 полицейских машин. Да ты гонишь. Это я гоню? Это он гонит. У меня кадры есть с авторегистратора. Вот смотри. Там же было 11 машин. Они что, не могли ему заслон поставить какой-то? Поставил? Смотри какой. Ребята, это здорово вот так собираться и новости обсуждать. Да, реально, давайте такую передачу сделаем. Сейчас я придумаю название. Какое? Фара, фонарик, прожектор. Прожектор порисков там что? Точняк! А какое я название придумал? Крутотень. Не-не-не, такое название уже есть, нельзя. Ну ладно, давай. Фонарик улетели. Да нет, ты что, там в прожекторе сидели такие ребята, как Мартиросян, Светлаков, Ургант, Цикало. И что? И что? Мы тоже классные. Буймистро. Киртоха. Клима. Все, ребят, я убралась, садитесь. Так вот, пацаны, я понял, на кого он похож. На кого? На героев баллады Миарица. Он и молдаван, он и унгурян, и он и врача. Я не хочу быть молдаваном. Почему это? Да потому что вы меня убьете. А потом какая-то овца это все будет расхлебывать и сказки всем рассказывать. Нет. Сереж, ты что, болеешь что ли? Нет. Сейчас никто не будет болеть. Вы в курсе, что Япония выделила 53 миллиона евро на развитие молдавской медицины? Ого. Ну что нам делать с этими деньгами? Не знаю. А может, украдем? Чё? Чё? Да ты что? Чтобы в нашей стране такие суммы воровать. Тут и я не буду марать руки из-за такой мелочи. Скоро Авдотья Павловна придет, мужа оформляет, тогда и поговорим.
Ребят, передача, но у меня сейчас сессия, экзамен завтра, я вообще не знаю, как я выживу. Димон, специально для таких, как ты, у меня есть кассета, где учат выживать в самых разных условиях. Эх, на, держи, посмотришь. Я Боря Гриб. Да, я не был в Афгане, во Вьетнаме, в Ираке. Но я работал трудовиком в 13-й школе. А там условия максимально приближены к Афгану, к Ираку, к Вьетнаму. Сегодня я расскажу вам, как выжить на экзамен. Очень часто так бывает. Вы опоздали на экзамен. Вы стоите у двери и не знаете, что делать. Ведь если вы зайдете, вы попадете в другую враждебную среду. Вернейший способ зайти незаметно – это бросить дымовую. Воспользовавшись паникой, вы стараетесь занять свое место за последними партами. Главное – органично вписаться в окружающую среду. Учитель, кто кинул дымовуху? Вот дебил! А это он! Мы вместе. И вся эта окружающая обстановка заставляет вас нервничать. Вам необходимо успокоиться. Вы проголодались? Вам необходимо подкрепиться. Окружающая пустынная местность не богата пищей. Но оглянитесь вокруг. Жвачки. Они полны протеинов. И помогут на время утолить голод. Целлюлоза. Углевод. В состав которой входит связная глюкоза. Помогут вам набраться сил. Чем ты ешь мои шпоры? Я выживаю! Да я тут полным-полно! Вы видите? Вон там вдали. Это самый опасный вид угрозы в этой среде обитания. Преподаватель. Он агрессивно реагирует на шум. И на резкие движения. Грех, ты что подписываешь, ты? Чтобы обезопасить ваше место, необходимо предварительно установить ловушки. Они не раз помогут вам для выживания. Что это такое? О! Сработало. Я вам показал мастер-класс, как выжить на экзамене. Ну а получите вы зачет или нет, это зависит от ваших умственных и физических способностей. Пока! Ну, пожалуйста, поставьте мне зачет, у меня передача как бы. Ты видел, что ты натворил на экзамене? Ну, пожалуйста, я готовился, я честно готовился. Уходи отсюда, Грил, ты не сдал. Так вы что, мне не поставите зачет? Ребят, давайте так каждую неделю будем собираться и новости друг другу рассказывать. Мне понравилось. Нет, я против. Я тоже против. А я за. Единогласно, все, завтра в 5. Так ты пойдем. Подожди, Диман, у нас вообще-то демократ. Диман, подожди.